Компания Nike подписала пожизненный контракт с американским баскетболистом Леброном Джеймсом. Как сообщает телеканал ESPN, это самый крупный контракт со спортсменом в 44-летней истории всемирно известного производителя спортивной одежды и обуви. Сумма не разглашается, но она наверняка превысит 300 миллионов долларов. Столько заработает Кевин Дюран, подписавший соглашение с Nike прошлым летом. Контракт с двукратным чемпионом NBA и лучшим баскетболистом современности, тем более пожизненный контракт, будет стоить гораздо дороже. Сумма в миллиард долларов не будет запредельной, считают некоторые эксперты.